Всем привет! Перед просмотром просим подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Сыгравший в сериале «Санта-Барбара» актер Питер Лекаси покончил с собой. Об этом сообщил его друг и коллега по фильму «Клоуны-убийцы из космоса» Майкл Сигел 2 сентября. По его словам, артист скончался 27 августа. Питер Лекаси проиграл битву с депрессией и покончил жизнь самоубийством. Питер много лет боролся с депрессией, предпочитая вести очень закрытую жизнь, написал Сигел на своей странице в Facebook. Сигел вспоминает друга как веселого и одаренного человека и отмечает, что ему посчастливилось работать с ним бок о бок на сцене в течение 16 лет. Лекаси родился в 1959 году. На экранах он дебютировал в 1984 году. В 1989 году артист сыграл в нескольких эпизодах «Санта-Барбары». Наибольшую популярность ему принесла роль мороженщика в «Клоунах-убийцах из космоса».